Наше отделение в штатном составе без средств усиления имеет задачу провести разведку населенного пункта, скрытно выйти к месту проведения засады и организовать разведывательную засаду. Приказываю соблюдать требования безопасности. Круговая, разойдись. Боевые будни элиты вооруженных сил. Бойцам необходимо пройти так называемую тропу разведчика. 800 метров различных препятствий, высокие заборы, на которых битые стекла. И это только начало. Далее нужно штурмовать условное здание, бесшумно снять часового и дальше вперед. Пройти полосу препятствий и уложиться в норматив можно только слаженными действиями отряда. Мелкая группа, противник справа к бою! В целом действие отделения я оцениваю на оценку хорошо, потому что на небольшой срок службы солдаты в принципе ориентировались грамотно, умело. Хочу отметить действия командира отделения, который в принципе грамотно и четко управлял своим отделением. Но, конечно же, есть вопросы, которые требуют ряда доработок, но это у нас, соответственно, будет происходить. Почти возле финиша повалил дым, команда газа и движение дальше. С флангов противники постоянно ведут огонь. Разведчики защищают территорию и заходят на переправу. Раненых несут впереди. Разведка своих не бросает. Первое время тяжело было. Тренировки, вот это ранний подъем. С дома пришел сюда, непривычно было. Ну а сейчас, спустя 7 месяцев, уже привык и уже сильнее стал. Я решил связать свою жизнь с контрактом. Хочу остаться здесь в разведке. Мне нравится вот это дело разведывательное. Я хочу стать воином. Однако пройти полосу препятствий – это полдела. По легенде, за разведчиками гонятся враги. Противник организовал преследование. Приказываю совершить 5-километровый марш для отрыва. За мной, бегом, Тропу разведчика могут пройти только разведгруппы. Для других войск этот комплекс закрыт. От остальных военных разведчики отличаются не только мастерством ведения боя. Вместо обычной казармы ребята из элитных подразделений почти круглый год живут в палаточных лагерях. Боярд Цыдыпов, Александр Хамаганов, Первая альтернативная.